Всем доброе утро. Сегодня папин день рождения. Папа сейчас не дома, он сейчас скоро придет. О, здрасте, мадам Брошкина. Здрасте. Не знаю. Короче, пусть родители решают, что, как там они будут делать. Вот. Многие мне писали, что мы рады, что вы, значит, полюбили кошечку. Конкретно я кошку не полюбила. Я не могу ее полюбить. Она мне, ну, как бы вот, вы знаете, у меня злости к ней нет, у меня нет к ней раздражения, но у меня и любви к ней нет. Но это кошка. Я не кошатница. Просто-напросто. Вот и все. Она у меня вот умиление не вызывает. Щеночки, собаки, да, умиление вызывают. Я прям в восторге от них. Обожаю. А кошаки, ну нет. Ну нет, погладить могу. Ну вот, видите, что. Ну, я не люблю вот это вот. Все. Я это все не понимаю. Она, может, конечно, играет. Ну, скорее всего, она играет. Но я как-то небольшой любитель этого дела. Трактор. Здрасте. Гладите? Ну да, она мягкая. Она мягкая, она нежная. Нежности я в ней не вижу, а вот мягкость, да. Пушистость повышенная, да? Пушистость кошачья. Не, играть я с тобой не буду. Я это дело не люблю. У меня вон до сих пор осталась царапина от тебя, так что не, я пас. Играть не хочу. Ни веточками, ни ручками, ничем. Кушай. А вот где Женечка моя любимая? Женечка моя любимая гуляет, видимо, где-то. Сейчас будете писать, что вот, если человек любит животных, он любит всех. Чушь собачья. Нет. Не обязательно. Я не отношусь к живодерам, я не отношусь к, как это сказать, жестоко к животным. Но любви нет. То есть как бы я никогда не пну. Вот. Никогда там не стану разделывать на кишки, знаете, как многие там делают, там связывать, еще что-то. Короче, ужас, я тут насмотрелась всяких этих видео. Кошмар. Вот это живодерство, да, это просто вообще... Мне кажется, за это сажать надо. Если доказано издевательство над животным, то за это сажать надо. Так же, как за издевательство над людьми. Любви не испытываю. Есть она? Хорошо. Нет ее рядом? Тоже хорошо. А вот по Женьке я скучаю. Вот она, моя красотка. Вот она, моя прелесть. Привет, мой хороший. Да, малышка. Малышка-коротышка. Привет, моя ласточка. Ты где-то у нас вся опять этот заросла. Вся опять хвостик свой вытащила, да, Геш? Здрасте. Здрасте, именинники. С днем рождения. Привет. Спасибо. Спасибо. Ну, как сходил? Да ничего, еле дошел. Почему? Звонят. А, ну, ты ж у нас как... Президент прямо. И звонит, и звонит. Да, все звонят? Думал, не дойду. Ой. Тяжело, да. День рождения, это тяжело. Да. Ну что, привезли? Да. Как заказывали, да? Да. Нормально? А ты его посмотрел, нет? Нет. Не смотрела. Тут осётр на 2 килограмма. Смотрел, осётр вроде. Да? Понятно. И что ты с ним хочешь делать сегодня? Ты его хочешь зажарить, закоптить? Что ты хочешь? Закоптим его сегодня. Только не купил эту. Специю? Препараву, да. Понятно. Забыл совсем. Ой, это тут как тут. Да? Смотри, что тебе принесли. Видала? А это что взял-то? Видала. Она рыбу чувствует. Осетрина. Ириска, иди сюда. Что это? Ириска. Оставь, сейчас подойдет.
Ядрен батон, скажи. Это чё? Она играет. Кусай. Кусай, тебе говорю. Это чё? Рыбка. Осётр. А что, может, ей отрезать сырой кусочек какой-нибудь от нее, нет? Господи, свалилась. Упала. Димка звонил, да? Ну вот, видишь. Поздравлял? Поздравлял. Красота. Ну что значит сыта? Ага, играется. Рыбой пахнет, осетриной. Зачем пакет-то? Как это есть, она. С какой стороны это едят? Ой, воняет, как рыбой. Колючая. Зараза, да? Вы откусите, я рыбу не люблю. Уберите ее от меня. Фу. Фу. Всю шкурку испачкал. Уберите эту гадость от меня. Фу, блин. Уберите. Давайте я на компост поднесу. Разверните. Ириска, сегодня день рождения у папы. И он тебе купил вкусняшку. Вот. Это не пахнет, это не знаю. А вот рыба пахнет. Эту сами ешьте, а я буду осетрину. Вон, смотри, что делает с рыбой, Женя. Они это едят. А как это едят? Что-то какая-то, какую-то часть не ту дали мне. Дай сюда. Ничего, так двору котов осетрины поить, кормить. Я тоже пойду в дворовые. Только не на нашем участке. Он, надеюсь, не живой? А то ты еще территорию метить начнешь, если котом будешь. Метить начну все. Тимось, смотри, какая штука. Женя, видно, что вообще домашняя-домашняя. Смотрит так. Сыта. Это правда тоже сыта? Еду надо есть из миски, да, Женя? Да. Готовую. А что, сырую, да? Фу, скажи, она рыбой пахнет. Сейчас в них не выкиньте. Ой, жалко, надо его ссыпать. Сейчас я... Слава, точно. У тебя маски нет, ну чё, я не пахну. Это моя. Я говорю, дополнительно. Если дополнительно, то что такое? А мы убери с ними к тебе пришли. Я в Михнево, скорее как водитель. Вожу сегодня маму и тёть Любу по магазинам. Да, они сегодня ездят по магазинам. Сегодня мама попросила, говорит, поехали в Михнево, нужно то купить, то купить, то купить. Вот. И пока они ходят, я сижу в машине, жду их. Что за... Дверь открыла. Ой, обалдеть. Пожалеешь? Ты сама прям маленький. Сасик. Найди маленький. Это большой. Ну, давай еще лапать будем все куски. Бери, ешь. А все. Можно оторвать? Ну, это очень большой. Ничего не привезешь домой. Любан, а мы и не домой взяли. Вилки жалко не положили. Ну и что, как? Он шикарен. Ты будешь пробовать, Алла? Давай. Нельзя не попробовать. Тепленький, горяченький. Ой, а поменьше там нет? Не-не-не-не-не. Горячо. Зараза. Я тоже хотела маленькие, а они, вон, смотри как. Ой, шикарный. И что, прям вкусно, да? Ты наклонись сюда, я буду держать, а ты откусишь. Вот давай. Так, да? Давай. Угу. Сказочный, сочный. Угу. Да? Вкусно, да. Угу. Вот теперь уже знаем точно. Давай еще отрывай. Сейчас, подожди, пальцы остынут. Не-не-не, хватит, правда. Ну давай, я доем этот кусок и все, давай, а то мне ничего не останется. Давай, кусай. Жилка там попалась. Девочки, это шикарно было. Очень вкусно. Дай салфеточку. Да? Угу. Где я тебе ее возьму-то? А, там они положили. Угу. Все схвачено, да? Так, предлагаю всем пересесть на заднее сиденье, поесть и поехать домой.
хитрые. Ага, папа ловко смотрит. А да. Будет поздно уже. Ага. Папа же не сегодня будет это смотреть. Нет, не сегодня. Завтра или послезавтра. Будет поздно уже. Он уже переварится у нас в желудке, правда? Пойду уберу багажник. Давай. Вот так вот. Поели. А я Любашке говорю, ты заказывала? Ага. Она говорит, я первый раз, но отзывы очень хорошие. Mm. А теперь вот точно. А я не слышала отзывы об этом месте. Мама у кого-то там да? Узнала, да. Mm. А я, честно, понял, что она уже это попробовала один раз и прямо говорит. Mm-mm. Я не пробую. Сейчас, Ал, подожди. Мне кажется, она там доедает. Нет, что-то пошла. Еще что-то. Она, видимо, еще пошла взять. Ты думаешь? Мне кажется, да. Ну, мамуля. Ага. Да точно, наверняка. Скажешь, ты давайте мне еще парочку. Коронное блюдо на день варенья. Будет копченый осетр. Весь в специях. Пап тут вон разошелся. Только, да, как косилку, как коптилку закрывать, непонятно. Он торчит, надо. А закрывать-то как? Сейчас посмотрим. Дима, приезжай. Ну, да, чуть-чуть. Не закрывается. Давай его прижмем. А он сейчас через решетку не просочится? Ну, а как? На бок его класть. А мне кажется, на бок он тоже не влезет. А что, он так не закоптится? Она же закрыла его. Да я думаю, закоптится. Она его вроде прикрыла. Сгорит, сосисками обойдемся. Да жалко как бы, осетрину-то. Может его придавить чем-нибудь сверху? Кирпич положить какой-нибудь. Может быть. Да решим сейчас. Сейчас отнесу. Потащил свое коронное. Это вместо торта, да? Да. Свечки будем втыкать в осетра. В осетра. А у нас в комнате тем временем раздрай. Мы тут вовсю собираемся, собираем вещи. У Маши, по-моему, больше всего сумок. Хотя я еще свои вещи в сумке не собирала. У меня тут вот все на постели. Подготовила пока. Тут по кучкам. Тут летние, тут футболки, которые мне еще понадобятся. Тут более теплая, тут еще более теплая. Костюм, штаны, бейсболки там две штуки. Ну, короче, так. Не знаю, сейчас посмотрим, как будем впихиваться в машину. Надеюсь, что все влезет. Половину загрузим в салон. Видимо, да. Тебя закидаем там. Итак. Как у тебя справа свободное место будет, мы туда засунем сумочки. У тебя справа тоже свободное место. Так я про свое тоже говорю. Ну да, видимо так. Да не, увезем, что? Начинаем утрамбовывать. В салоне уже одна сумка высокая есть. Для багажника она высоковата. Из-за нее потом полка вот эта вот трыком становится. Так что, так. Готово? 40 минут, откуда я знаю. Готово, наверное. Он толстенький. Ой, спина какая-то светлая. Нормально это? Ничего? Пахнет. Красивый какой. Хотел бы как-нибудь так бы не сломать, чтобы он так же красиво лежал потом на подносе. А то будет очень обидно, если он тут кусками все свалится. Не пойми как. Оно прилипло, присохло, что ли? Чуть-чуть. Сейчас чуть-чуть, подожди, его надо оторвать. Сейчас, подожди. Вот здесь. Он еще тяжелый. Тихо, подожди, прилипло. Не пойму, где прилипло. Просто.
тяжелый. Он же 2 килограмма. Так, вот, бери с той стороны. Взяли. Опа! Yes! Даже не сломался нигде, ну. Круто. Так, а это что, в поднос? Всё. Дима, ты будешь щелкать? Да, сейчас щелкну. В поднос убираем, да? Да, поднос этот чистый, давай я унесу. Угу. А тот вы принесете. Сейчас Димке сфоткать теперь надо. Пойдем. Страшно? Оборачивается, чтобы успеть поймать хоть кусочек в воздухе. Галь-галь, скажи. А Сётр? Это что? Ага. О. Никто тебя не любит. Надо же. Чё? О-о. Пойдём. Не, не хочу. Не хочу. Прикинь, говорит, не хочу. Ну опять осёк. Я её где-то понимаю. Сколько можно? То лоб всё, то осетрина. Осетрина. Действительно. Украшательства начались, а? Красота-то какая. Может быть и не красота, но запах. Красивый. Запах обалденный. Вот сюда можно помидорки набросать. А свечки в осетра вставлять будем? Обязательно. Будем задувать и за уши дергать. А осетра? Столько свечек, боюсь, в него не поместится. Ладно. Вообще вы знаете, то есть, а почему он не попадется? Потому что он либо очень профессиональный человек, или потому что его уже нет с нами? Я не знаю. Мы четверо были на нервах. Это такое? Кинь за мараули. Мне будет суждено попробовать хоть раз в жизни кинзмараули, потому что у нас есть семейная история, когда папа пытался меня угостить кинзмараули, к сожалению, ему это не удалось. Дадим, дадим. Это тебе бокал. Мама же за рулем, мама не пьет, поэтому. У Мосик Васик в бокале. Вкусно? Кинзмараули у мамы. Да, кинзмараули. Люба? Вкусный классик? Наливай, да, да. У мамы вино. Точно вино, может, это вишневый сок? Виноградный сок, Маши. Вышла ходить и снова встретила этих же людей с собачкой, с той же самой, которая у меня в Инстаграм была и на видео с Диком. Его зовут Дик. Он теперь уже домашний. Он, оказывается, прибился к соседям, к нашим. Они решили его покормить. У них уже есть одна собачка, которая тоже, кстати, на видео есть, беленькая. Ну вот. Ну и, в общем, кормили они его, кормили. И он окончательно к ним прибился. И они в итоге одели на него ошейник и... Ну, он пока, конечно, очень любвеобильный, он летит, он бежит, он, конечно, может напугать там людей, особенно те, которые собак боятся, кого, например, там в детстве покусали, да, потому что он бежит, не все понимают, что он бежит с благими намерениями, но он радуется. Ну, и дети еще, да, понимаете, но вот, так что, ну, я думаю, что он пока еще молодой совсем, он, наверное, привыкнет, он будет поспокойнее, он пока еще щенок. Он такой клёвый, он прям радуется, облизывает.